Работы по черновой отделке в 56-й школе закончены на всех этажах, включая подвал. Капитальный ремонт идет по графику, заверил подрядчик. Все намеченные сроки и планы выполняются. Занимаемся подготовкой стен к покраске, занимаемся потолками, готовимся уже выстилать чистовые полы. Ну, соответственно, после того, как мы закончим подготовку стен покраски, начнем уже выстилать чистовые полы. Ход капремонта в 56-й школе сегодня проинспектировал глава города Сергей Носов. На выездном совещании поднимались вопросы отопления, дизайна классов, сроки оснащения школы и особенности освещения. И здесь у нас даже предусмотрено на потолке подключение к елке новогодней, чтобы у нас было здесь освещение. Елку здесь будет стоять? Да, подсветка. Оформление классов руководству школы и дизайнерам еще предстоит обсудить. По мнению директора, цветовую гамму нужно сделать нежнее, чем она выглядит сейчас на проектах. Сергей Носов отметил важность взаимодействия строителей и руководства 56-й. Даже с большим желанием и интересом, если не сказать больше, выполняются работы. Учитываются взаимные пожелания. И вот я вижу желание сделать как можно уютнее, как можно красивее даже школу. Ребята сами находят решения, очень оригинальные, и стараются сделать этот объект еще и красивым, что очень важно. Летом строители займутся фасадом здания и стадионом. И 1 сентября ученики 56-й должны вернуться в родную, уже отремонтированную школу. Александр Мешков, Артем Небылицын, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ.